Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться нашим видео и включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых видео. Энгина Акурик рассказала о браке, скоро. Об известном актере Энгине Акурике продолжают говорить. На повестке дня слухи о любви к Тубибю Кустюн. Энгин Акурик, у которого плотный график, будет перед камерой в сериале «Меня зовут Фера», который стартует на канале Fox TV. Его партнершей станет Димет Аздемир, которая будет сопровождать его в этом сериале. Хотя репортеров предупредили, чтобы они не говорили о сериале, Энгина Акурека спросили о его личной жизни. Репортер сказал: «Ваша личная жизнь очень интересна. У вас есть кто-то в вашей жизни. Как вы относитесь к свадьбе?» На вопрос Энгина Акурика: «Не смейтесь, ребята. Я нахожусь в точке, когда я сосредотачиваюсь на своей работе. Брак – прекрасный институт. Конечно, я хочу, когда я уверен. Человек моей жизни». На вопрос, оказывала ли его мать какое-либо давление в этом вопросе, он сказал журналистам: «Моя мать также уважает мои взгляды по этому поводу. Конечно, он хочет увидеть мое счастье как можно больше. Точка». Энгин Акурик сказал: «Он хочет поскорее полюбить своего внука. Он немедленно привел Тубибю и Кустюн. Ходят постоянные слухи о том, что большая любовь пары закончилась. Он сказал, что семьи не одобряют эти отношения. Вы можете поделиться с нами своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в других видео. Береги себя. До свидания.